составе. Они свое одно из удалений реализовали. Нападающего. Ну, к тому же мощный. Такой игрок. Ну что, удаления не будет. Зрители-то зашумели так, как будто. Не привыкли играть так просто. Пытается даже выбросить шайбу в лицевую борту. Применяет прием против Мортенсена. Сейчас Андрей Ржига недоволен тут практически по каждому эпизоду. Встречается он игрок приемом Евгения Орлона. Синей линии по правилам. Это тот самый. Да, это этот фильм. Так, хулиган. На вторую бригаду большинства нужен был защитник. Вот таким защитником, по мнению Ржиги, должен стать как раз Андрей Первышин. Силовой прием против Макарова. Все в рамках правил. Не помогло это, правда. Кузнецов и Бурдасов выиграть матч. Хороший силовой прием от Никиты Нестерова.